сети набирает популярность ролик с коалой из Австралии. Любопытное животное пробралось на местную автозаправку. Коала успела попасть в помещение, проскользнув в закрывающуюся дверь. Она прогулялась мимо стендов с продукцией, а затем и вовсе зашла за стойку с кассой. В какой-то момент милое животное повисло на ноге сотрудника. В итоге очевидцы вызвали на заправку зоозащитников. Они отпустили любопытного зверька в лес.